Интересно отметили день рождения солнца русской поэзии жители Иркутской области. Выкладывали в соцсети видео, на которых читали стихотворения Александра Сергеевича, а также присоединились к международной акции «Пушкин в городе». Флешмобу в этом году исполнилось 7 лет. Люди, которые неравнодушны к творчеству поэта, в первую неделю июня записывали любимые строчки из его стихотворений на асфальте. Главное условие – пользоваться мелом, а не краской, чтобы в следующем году написать что-то другое. После чего необходимо сделать фото и выложить его в соцсети. Иркутянка Любовь Головина оставила след возле Ледового дворца Байкал, где должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом. Она провела аналогию между долгожданными играми и приездом гостей. И отрывком из «Медного всадника». Увидела дворец спорта Байкал, вспомнила, что все-таки чемпионат мира по бенди у нас в октябре состоится. И написала на асфальте: сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам. Сама автор акции на сайте мероприятия рассказывает, что видела такие строчки возле салона красоты, например, быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей.